В подмосковном Нарфоминске выясняют причины крупного пожара, который возник в 14-этажном жилом доме. С огнем боролись несколько часов, уровень сложности был повышен. Все случилось поздно вечером, огонь вспыхнул на верхнем этаже, потом загорелась крыша. В итоге пламенем была охвачена площадь в 400 квадратных метров. На месте работали более сотни спасателей. На помощь подмосковным бригадам пришли коллеги из столицы с дополнительной техникой. Из горящего здания эвакуировали около 100 человек. Сложность в том, что это мансардная надстройка, дерево и металл. Вот и все, доступа нет. За помощью обратились 5 семей, они размещены в гостинице. На всякий случай находится здесь пункт обогрева. Добавлю, в доме были расположены не только квартиры, но и офисы более 30 организаций. В их числе Нарфоминский телеканал, отдел налоговой инспекции, районный архив и кадастровая компания.